клавиатура не всегда выглядела так, как сейчас. До выхода Windows 95 на ней не было загадочной клавиши с логотипом. Продублированная аж два раза, кнопка Win не вызывала восторга ни у кого. Но зачем сокрушались тогда для запуска меню «Пуск» нужна целая кнопка? Самыми ярыми противниками, конечно, были геймеры. В ту бытность горячими клавишами считались Ctrl, Alt и Space. Поскольку Win находится между ними, у игрока довольно часто соскальзывал палец как раз-таки на эту предательскую кнопку. И игра скрывалась. Эй, я работаю, не мешай, пожалуйста. Согласитесь, приятного очень мало. Создавать клавишу под одну лишь функцию глупо. Она и вправду гораздо интереснее, чем они привыкли думать. Начнем с секретов. Горячих сочетаний клавиш с кнопкой Win мы насчитали за 30. Самый зрелищный – Win Tab, режим Aero. Win плюс Ctrl плюс Tab – залипание Aero. Он позволяет переключаться стрелками между окнами, это очень удобно. Взглянуть на рабочий стол, не сворачивая открытые окна, позволяет Win Space. Win T переключает фокус на панели задач. Win U открывает центр специальных возможностей. Комбинация Win плюс Pause открывает свойства системы. Надоело, что окна закрывают распрекрасные гаджеты рабочего стола? Жмите Win G, отображайте их поверх всех окон. Выходите из профиля через Ctrl, Alt, Delete. Поступайте проще, Win L, и все готово. Хотите быстро найти нужный файл? Зажимайте Win F. Для открытия поиска компьютеров – Win Ctrl F. Теперь самое интересное. Оказывается, клавишей Win можно задать абсолютно любую нужную вам функцию. Я покажу, как при помощи одного лишь ее нажатия поменять раскладку на клавиатуре. Это очень полезно. Скачаем M-Key для назначения команд горячим клавишам и программу Sharp Keys, которая заставит Винду поверить, что клавиша Win вовсе не клавиша Win. Итак, инсталируем Sharp Keys. Нажимаем Add, ищем в левой и правой колонках именно эти значения. Записываем все в реестр и перезагружаем компьютер. Теперь открываем M-Key. Во вкладке клавиши добавляем Win нажатием по ней на клавиатуре. В разделе клавиатуры выбираем клавиши, определяем раскладку и нажатием всего на одну клавишу получаем русский или английский текст. Удобно невероятно. Я, например, уже поставила программу на домашний ПК.